Сегодня во всех школах района прошло одно из самых ярких и любимых мероприятий – ярмарка распродажа «Дары осени». Это был праздник урожая и изобилия. В этот день вся школа находилась в предвкушении чего-то необыкновенного и удивительного. Ежегодно мы проводим данный конкурс, выставку «Дары осени». Это, с одной стороны, выставка, где дети показывают все, что они умеют. С другой стороны, мы как бы оцениваем, у нас есть специально для этого комиссия, созданная из педагогов, которая проверяет данную выставку, проводим такой вот интересный конкурс среди детишек. Но обычно победителями являются у нас все детки, потому что все принимают активное участие, все классы очень хорошо готовятся к этому мероприятию, детям очень нравится, ежегодное мероприятие наше очень красочное. Мы показываем, чем богата наша осень, как мы можем это преобразовать в какие-то интересные сказочные даже персонажи. Особенно самыми первыми в этом году у нас участвуют, это наши первоклашки. Им вообще все очень интересно. Они приготовили очень интересные экспозиции. Ну, конечно, понятно, что им помогали мамы и классные руководители их. Но они очень настроены позитивно. Не только они, вообще все детки, им нравится данное мероприятие. Все классные руководители активно принимают участие всегда. Ну, нам нравится. Учителя, родители и ученики устроили настоящий праздник, проявили фантазию при оформлении столов, создавая изумительные по своей красоте композиции из осенних даров природы, выращенных в садах и огородах. Осенние композиции из овощей и фруктов, сладости, выпечка заняли свое место на прилавках, столы ломились от всевозможных яств, чего тут только не было. Каждый класс хотел удивить не только изобилием товара, но и красивым убранством самодельной лавки. Осенняя ярмарка – традиционное мероприятие, которое проводится в нашей школе каждый год в конце октября. Ребята примеряют на себя разные роли. Ученики 1-4 класса продают продукцию, а ученики 5-11 классов в роли покупателей. На ярмарке присутствует разная продукция, овощи, фрукты, разная выпечка, которую ребята приготовили с родителями собственноручно. Учим детей рыночным отношениям, детям очень нравятся такие мероприятия. Ребята попробовали себя в роли умелых продавцов. Они шутками-прибаутками зазывали гостей, торговали разными вкусностями, которые вмиг раскупились со столов. Осенняя ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций.